Чистая природа, крепкое здоровье. Участники движения «Сделаем вместе» очистили от мусора берег Авачинской бухты. На субботнике ребята из 6-й школы Петропавловска собрали более 5 мешков мусора, убрали 100 метров прибрежной полосы шириной 5 метров в районе улицы Рябиковской. Движение всероссийское «Сделаем вместе» – это движение, которое уже работает на протяжении 4 лет. Оно направлено на сохранение экологии России, на здоровый образ жизни. И самое главное, это движение, которое выполняет те задачи, которые установлены национальными проектами президента. Ребята из 6-й школы уже не первый год участвуют в подобных акциях. В этот раз на субботнике собрались более 60 учеников. Мы считаем экологию нашей актуальной проблемой, потому что экологические проблемы заполонили весь мир. Ну и мы как школьники должны, наше поколение, предпринимать какие-то важные действия в этой сфере. Мы устроили субботник на бухте, потому что все живые организмы очень сильно зависят от неживых организмов. То есть мы помогаем природе, а природа делает благие вещи нам. Особенностью движения «Сделаем вместе» является то, что сами школьники из старших классов проводят занятия по экологии и здоровому образу жизни для младшеклассников. Также они организовывают различные акции и мероприятия. Оценивается сначала нашей региональной комиссии, затем эта оценка идет уже на федеральном уровне. И у нас ежегодно становятся ребята федеральными победителями. В этом году в рамках акции на тему «Здоровый образ жизни» в нашей школе уже было проведено более 50 уроков. Ребята узнали о том, что для того, чтобы быть здоровым, нужно вести активный образ жизни, выполнять режим дня, соблюдать режим дня и правильно питаться. Но кроме того, также ребята пришли к выводу о том, чтобы было крепкое здоровье, нужно, чтобы была чистая планета. И поэтому в этих целях мы организовали сегодняшний субботник, который прошел под лозунгом «Чистая природа, крепкое здоровье». И в течение часа в этом субботнике участвовало 64 человека. В течение часа мы собрали вот такую большую кучу мусора. Все очень с энтузиазмом трудились, все старались. Тем более нам помогла прекрасная погода. Краевой депутат добавил, что ежегодно 4 камчатских школьника выезжают в детский центр «Артек» на специальные экологические смены. Получают там еще больше различной информации, знаний. И потом эти знания уже распространяют у нас среди наших школьников. Отрадно отметить, что с каждым годом это движение у нас ширится, можно сказать, расширяется. И в этом году из 120 образовательных учреждений больше 90 принимают участие вот в этой акции «Движение сделаем вместе». И самое главное, что ребята у нас принимают участие со всей Камчатки, в том числе из самых отдаленных районов, из Инспирновского района, и из Тегельского района, из других. И победителями федеральными тоже становятся ребята, в том числе из самых отдаленных уголков Камчатки. Это говорит о том, что любой учащийся может принять участие, зарегистрироваться на сайте «Движение сделаем вместе», стать эко-лидером, проявить себя в различных акциях, мероприятиях и стать федеральным победителем. Сегодня мы приглашаем всех неравнодушных жителей полуострова, добровольцев и волонтеров принять активное участие в экологических акциях по уборке мусора, береговой полосы, водоохранной зоны, водных объектов Камчатского края.